Друзья, мы летим в Африку. У нас уже был первый опыт поездки в Эфиопию. Мы организовывали тур, и это получилось здорово, насыщенно. Можете смотреть наш фильм. А сейчас мы собираем группу в Кению. Количество мест ограничено. Спешите записаться. Вся информация в описании к ролику. Если вы хотите окунуться в мир кофе, увидеть, как выращивается, собирается кофе, посмотреть африканскую страну изнутри, это тур для вас. Поехали. Поехали. Всем привет, меня зовут Вероника, я шеф-технолог и тренер Russian Barista. Сегодня мы будем готовить безалкогольный сливовый эспрессо-мартини. Наш напиток будет состоять из безалкогольного виски, из сладкого вермута, из ангобитера цитрусового и сливового сиропа. Напиток также будет идти 2 шота эспрессо. А теперь давайте приготовим наш напиток. Для начала приготовим эспрессо. Для приготовления нам понадобится шейкер. Заполняете льдом шейкер примерно на половину или 2/3. Добавляете на лед двойной эспрессо. 50 грамм безалкогольного виски. 25 грамм тайгер вермут. И 2 деши биттера. 25 грамм сливового сиропа. Теперь нам нужно взбить напиток в шейкере. Как я понимаю, когда напиток уже готов? Когда у меня заледенели ладошки. Теперь мы переливаем напиток в бокал. Теперь нам нужно украсить напиток сублимированной клюквой. И нам нужно немножко покрутить для того, чтобы сублимат сверху немножко закрутился. Наш напиток готов, давайте пробовать. Это достаточно крепкий напиток, в нем хорошо чувствуется алкогольная часть, чувствуется кофе. При этом сливовый сироп хорошо связует все ингредиенты и добавляет этому напитку такой плотной текстуры. Плотный, кофейный, достаточно алкогольный. Напиток хорошо подойдет для тех, кто не любит молочные напитки, в меру сладкий. Хорошо раскрывается кофейная часть, биттер придает терпкости и цитрусовой горечи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у вас, что бы добавили вы и какой еще безалкогольный алкоголь вы готовы использовать у себя в кофейнях или в проектах. До новых встреч, пока-пока!